Вечер добрый. Привет, зайка, хочу встретиться с тобой и поцеловать твоего енотика. Я живу в Самаре недалеко от тебя. Могу сейчас прийти и посидеть под столиком вместо пены. Мне 12, так что не переусердствуй. Вы нашими услугами, сказать, интересовались или нет? Ой, блядь, Валера, кто тебе эту хуйню заказал? Не понял. Я хочу вам предложить помощь по дворе автомобиля. Вас интересуют услуги автору? Блядь, батя, иди нахуй. Что он делает? Не понял. А? Да пошел ты! Да. Это Саша, блядь, ты дебил, ты меня не узнал, что ли? Да, понятно. Тебе этот лысый заказал мне, походу, звонок, да? Лысый дурачок! Голос мой не узнал. Боже, ты такой нежный был по голосу, сразу испуганный такой. Да, конечно, ага. А ты меня сразу узнал? Нет, блядь, ты дохуя таких голосов на планете. Ну, если что, обращайся, услуга автоподбора, вот, обращайся. Да, по Самаре, да? Ну, конечно, только по Самаре специализируемся. Остальные города не рассматривают. В Саранске вообще там ничего нет, там нету ничего. Вот. А Шкоду Октавию подбираете? Не, мы машинами для таксистов не занимаемся. Мы хорошо, только серьезно, там по BMW специализируемся, что-то вот серьезную технику. Да. По X1, хорошо, не, понял. X1, я бы тоже не рассматриваю, женская такая, женщина ездит там уже. Особенно белая, это женская машина. А Лансер как? А Лансер, ну, это такая, тоже, знаешь, машина женская. 10-й Лансер, женская машина тоже. А, подожди. А мне сказали про тебя. Ты тот самый человек, который покупает машины, ремонтирует, потом продает их за те же деньги. Да. Все, я тебя узнал. Сашка, ты что? Ладно, я отмечаю смерть королевы Елизаветы, поэтому... Ну давай, удачи. Да, хорошего стрима. Спасибо, давай. Тебе хорошего. Давай, пока.